Добрый день, дорогие друзья и подписчики нашего канала. С вами международная компания Росproperty, и я ее представитель и эксперт по недвижимости Виталий. Мы продолжаем выбирать недвижимость для звезды Comedy Woman, известной российской актрисы и телеведущей Нади Сысоевой. Надя приехала в солнечную Улань со своими друзьями отпраздновать день рождения и решила рассмотреть вариант покупки для себя виллы или квартиры на берегу Средиземного моря. А наша компания с удовольствием ей в этом поможет. Сейчас мы будем смотреть с вами квартиру планировки 2+1 в одном из лучших комплексов Алании. В самом центре. Да, в самом центре, все верно. Вот это мне нравится. В этом комплексе на сегодняшний день застройщика квартиры уже не осталось, то есть можно рассмотреть варианты вторичной продажи, да. Мы с вами будем смотреть квартиру площадью 101 квадратный метр. Комплекс сам состоит из 4 блоков. Ага. Мы с вами идем в крайний 4-й блок, это блок D. Подымем сейчас квартиру и все посмотрим. И идет это с финишной отделкой? Она полностью готова к заселению, то есть там есть вся мебель, да, вся необходимая техника. Да, на стадии строительства, когда вы покупаете комплекс, у вас есть возможность обсудить варианты отделки, ну, соответственно, потом человек может обустроить, как хочет квартиру. Здесь квартира уже готова. На сегодняшний день аналогов данного комплекса нет в нашем городе. Он имеет шикарную локацию в центре Алании, всего в 150 метрах от красивых пляжей. Плюс ко всему отличается высочайшим уровнем строительства и разнообразной инфраструктуры. Реализация данного проекта занималась одна из ведущих на турецком рынке компания-застройщик, которая имеет уже более 30 построенных комплексов. При этом стоит отметить, что строят они только в центральных районах Алании. Центр Алании – это самый популярный туристический район города. Здесь сосредоточено большинство отелей и самые известные рестораны города. Этот район идеально подойдет для отдыха в любое время года, благодаря разнообразной индустрии развлечений. Комплекс был построен и сдан в эксплуатацию в 2018 году. Сейчас мы с вами пройдем, посмотрим квартиру. Как я и говорил уже, квартира имеет планировку 2+1. Мы сразу попадаем с вами в гостиную. Гостиная уже с кухонной зоной. Да. Вся техника необходимая встроена. Можно пользоваться. С гостиной у нас есть выход на балкон стандартный, который идет, плюс небольшой французский балкон, панорамные окна, это для более красивого вида. Ой, вот ну, смотри, что сюда. Да, сейчас мы посмотрим, зайдем. Можно чуть-чуть. Да. Футбол можно смотреть, если кто-то будет играть, конечно. Ну, здесь да, вид из окна красивый, и второе преимущество еще этих окон в том, что, допустим, в летний сезон, когда сильно жарко, вы можете сэкономить немного на кондиционерах, потому что квартира в несколько сторон смотрит, и она будет просто продуваться. Если вы откроете окна здесь, в той комнате, то достаточно комфортно будет. Да, теннисный корт, близко, классно вообще. Да, причем бассейн. Причем это теннисный корт, это профессиональная теннисная школа. Сюда ребята приезжают из разных стран, которые профессионально занимаются теннисом. У нас в Алании их два, это один из них. А вот этот бассейн, это не к первому комплексу относится? Там не, стоишь, не, да, мы да, посмотрим свой бассейн. Да, это такой, как городской парк. Вы можете, в принципе, сюда приходить. Здесь, спортом, да, занимаются. Ну, тут поиграли в теннис, летишь. Здесь пошли покупались. Да, здесь в этом парке празднуют дни рождения, свадьбы. То есть это общественное любое место? Да, да, это общественное, да, место. Бесплатный вход? Никак вход бесплатный, да, конечно, все верно. Так, гостиную мы с вами посмотрели, идемте посмотрим спальные комнаты. Их здесь две. Давайте вот первое. У нас в Турции спальные комнаты в основном используются только для того, чтобы прийти и отдыхать, то есть спать, поэтому они не делают большие. Но тем не менее здесь у вас помещается полноценная двухспальная кровать, шкаф, где вы можете хранить свои вещи, и еще остается простор, где можно пройти. Достаточно комфортно, как по мне. Да, спальный лесосик. Идемте дальше. Да, ванная здесь, комната. Да, сразу у вас гостевой санузел. А, это гостевой. Да, и здесь большой, такой красивый, да, мне нравится большая ванна. И душ. И хозяйская спальная комната. Здесь она уже побольше по размеру. Угу. И она также имеет свой собственный санузел. Я пойду посмотрю сразу же. Включайте. Там, наверное, есть ванна. Нет, ванна практически не используется, потому что турки считают, что это дополнительная роскошь. Но при желании можно поменять душевую кабину, поставить ванну. Да, в основном душем, да. Еще обратите внимание, что мы с вами были в гостиной. Для всех моих кремиков. Да. Покрытие было плитка керамическая. Угу. Здесь используется ламинат. В зимнее время года это более комфортно для ног, то есть потеплее будет. И мы еще с вами забыли вот про эту вещь. То есть в комнате, во всем помещении установлена система теплых полов.
есть вы можете как пользоваться, так не пользоваться. Летом нет необходимости, а зимой можно включать. Зимой достаточно. Просто нет батареи. Я не скажу, что прохладно, да, но для комфорта, допустим, когда утром просыпаетесь, заходите в душ, то когда на теплый пол выходите, мне кажется, комфортнее будет. У вас, кроме того, что рядом море, у вас в шаговой доступности вся городская инфраструктура, начиная от отелей, потому что это центр массового скопления отелей, плюс все самые лучшие рестораны, ну, соответственно, магазины, кафе, рестораны, все это вот рядышком. Это уже на территории комплекса. Вау. То есть вы можете пользоваться в комплексе спортзалом, если вам нужно что-то более такое объемное, скажем, у нас есть недалеко, буквально, наверное, минут 10 ходьбы, профессиональный спорткомплекс, где можно заниматься. Выход на балкон получается с каждой комнаты, да, с двух спальных комнат и с гостиной. Балкон достаточно большой, здесь полноценно можно перенести кухонную зону, и практически круглый год вы можете кушать здесь, и у вас гостиная просто как гостиная для приема гостей. А что по обслуживанию в номерах здесь, как апартаменты, отели, как здесь? Ну, смотрите, это не отель, это жилой комплекс. Здесь есть своя управляющая компания. Вы платите ежемесячное обслуживание за пользование всей инфраструктурой. А? Если вам нужно заказать уборку в номер, без проблем, вы можете на ресепшн спуститься либо позвонить, да за отдельную плату вам все сделают. Угу. То есть есть люди, которые приходят, убирают, стирают. Вы можете пойти на пляж, в это время у вас один дома будет сделана уборка. Да, не, удобно, что не, ну, можно не самому делать. Пойдемте посмотрим, что есть в комплексе. Идемте. Идем в бассейн? Да, пойдем. А он работает круглосуточно, круглогодично? Он работает не круглогодично. Обычно он открывается, когда запускается сезон. Это может быть где-то середина апреля, иногда с первого числа, если хорошая погода. И работает, ну, примерно до конца октября. Потом его спускают, и в зимнее время вы можете пользоваться закрытым бассейном, который находится в комплексе. Он подогреваемый. И, он по размеру такой же? Он по размеру немного больше. Ой, немного больше, немного меньше. Но комфортно и для всех жильцов хватает. Нету массового скопления людей. Поэтому... Глубокий? Ну, по стандартам обычно он идет по спад. Самое мелкое место где-то на 1.60 м и, наверное, метров до 2-2.20 м. А вот даже метки у вас есть? 1.50 м. Я меткам не доверяю, я предлагаю проверить. Ну, здесь это все. Виталий, ну хоть ты и сказал, что это не отель, но ощущение, инфраструктура полностью отеля. Пятизвездочного, и бассейн, и закрытый, и открытый, и спортзал. В общем, я считаю, что это идеальное место для проживания. Ну, наверное, не для меня, но для моих родителей точно. Я бы с удовольствием привезла себя. Я буду маму. Жить с твоими родителями. Хорошо. А я буду к вам приезжать в бильярд играть. Это место отлично подходит и как для постоянного проживания, так и для временного отдыха, причем круглый год. Вы можете приехать как летом, так и зимой. Если летом у вас открытая инфраструктура вся, то зимой, пожалуйста, закрыта, те же бассейны. Виталий, спасибо вам большое, что показали нам этот комплекс. А мы что, помчим дальше? Да, еще наверняка есть чем удивить. Конечно, да. Поехали. По дороге обсохну и в новый бассейн нырну. Да. Мне главное, протестируем новый. Бассейн! А мне коктейли. Чек бассейн, чек! Чек бассейна. Ну что, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня получился обзор. Если вас заинтересовал данный объект недвижимости, вы можете найти его у нас на сайте resproperty.ru под номером 8907. Подписывайтесь на наш YouTube-канал для того, чтобы узнать, какой подарок выберет для себя Надя. И до встречи в солнечной Алании!